А выпустить Игоря Маркова на свободу Печерский суд Киева сможет уже завтра. Защита подала ходатайство об освобождении нардепа из-под стражи. Его рассмотрят в среду утром. Его обвиняют в нападении на украинского националиста в 2007 году, и следствие по этому делу завершилось. Раньше суд отказывался отпускать Маркова, поскольку он якобы мог влиять на ход расследования и оказывать давление на свидетелей. Теперь расследование закончено, и этот аргумент утратил силу. Ходатайство подал адвокат Валерий Манов. Он сообщил также, что защита уже получила материалы обвинения по делу Маркова. После того, как адвокаты их изучат, дело отправится в суд.